На этот раз я показываю сокращенный вариант мастер-класса. В полном варианте по ссылке я не только не купирую, но и поясняю все движения кисти. Рассказываю об особенности техники акварели по-мокрому и показываю, как оптимальным образом готовить бумагу для работы и как высушивать акварель, дабы лист стал идеально ровным, даже если у вас тонкая 185-граммовая бумага. Получить ссылку вы можете, связавшись со мной любым способом. Thank you.